Всем привет! Сегодня расскажу, как на Буране правильно натянуть гусеницы и отрегулировать их, чтобы не набегали на задние звезды. Я вот взял такой брусочек, сейчас будем мерить, отмерил мерку на 6 сантиметрах, так как у Бурана норма 55-65, 60 это ровно середина, как у нас полагается. Сейчас покажу, куда ставится она на примерке. В Буране гусеницы были выровнены, но уже проехали километров 500. Сейчас надо будет снова посмотреть. Меряется она вот по второму катку. Вторая тележка сюда упираем. И вверх загоняем ее. Так. Но здесь, как видим, вся четко 6 сантиметров. Сейчас попробуем ту гусеницу. Как на той. Так. Смотрим в эту сторону. Так, здесь она проваливается глубже. Это значит, гусеница перетянута. Ослаблять сейчас будем. Еще Буран должен быть обязательно вывешен. Завели, подгазовали, поработали. Смотрим на гусеницу. Гусеница у нас смещена вправо. Это то бишь надо ее сейчас немножко гусеницу влево. Будем ослаблять вот этот болт, чтобы гусеница сдвинулась влево. И ослабим, посмотрим, заведем. Три оборота сделаем и проверим сейчас. Так, сейчас будем заводить, пробовать. Так. Смотрим. Заглушили, у нас получается так, зазорчик, еще чуть-чуть, наверное, надо ослабить вот эту гайку. Появилось, да, уже? Да, уже изменения появились. Так, гаечку ослабляем, еще наоборотик, еще наоборот ослабили, сейчас можно заводить полный. Так вот, завели, погазовали, все зазоры стали, а теперь обратно, кажется. Не, газу больше. Так, сейчас меряем вот гусеницу. Так. Вот, все, стало как полагается. Сейчас посмотрим еще набегание снова, четко ли нет у нас все. Так, там мы подровняли, сейчас снова здесь померяем. Все ли у нас четко? Так. Так, гусеница получается, надо ослаблять чуть-чуть. Так, еще ослабили. Сейчас померяем еще. Вот. Все четко. У нас по палочке там все в норме. Так, смотрим здесь. Здесь тоже все зазоры в норме. Здесь смотрите, чтобы зазорчик был. И здесь щеки ничего не задевают. Все ровно. Так что регулировка займет у вас 10 минут. Каждые 500 километров проверяете. Всем пока.